или с другим. Я же даже не скрываю этого, потому что я не прошу. Завтра 9 утра. По Киеве, где он собирался показывать по эфиру, как варить наркотики. Завтра в 9 утра Олег Киева планирует провести в здании МВД пресс-конференцию по использованию наркоманами крокодила. При этом участники пресс-конференции, наркоманы, будут рассказывать перед камерами бла-бла-бла. И вот такого содержания месседжами народный депутат Кужель каждый день, по-видимому, засыпает министра. Интересно, что у него в голове, в голове после этого. Где он собирался показывать по эфиру, как варить наркотики. Да, вот она, пожалуйста. Ага. Улавливаете, да? У нас было постановление провести мероприятие в данном заведении.